Новый тип коронавируса вызвал настоящую истерику во всем мире. Где-то закрывают границы, люди опустошают прилавки магазинов, отменяют спортивные соревнования. В некоторых регионах настоящая паника. Определенные риски проникновения смертельной инфекции существуют и в Молдове, но власти утверждают, ситуация под контролем. В то же время опасность несет не только сам коронавирус, но и информационная эпидемия с непредсказуемыми социальными последствиями. Публика ТВ начинает кампанию, в которой представлены только подлинные и подтвержденные данные о болезни, чтобы ты был защищен и владел точной информацией.